классно прогулялись. Ань, чувствуешь запах? Да! Кажется, кто-то готовит на нашей кухне. Давно не пахло так вкусно! Это что, очередные кулинарные эксперименты няни? Вряд ли Ксюша нас решила удивить. Няня, всем привет! А я вот решила кое-что приготовить из корейской кухни. Из какой? Ну, из корейской! Вы что, не следите за трендами BTC, Blackpink? Да мы-то следим! Няня, что дало такой вкусный аромат? А, это я эксперименты провожу. Няня, поделитесь рецептиком и вообще покажите, что вы там приготовили. Что-то из кастрюльки наверняка супчик. Да нет, пахнет пряностями всякими. Гвоздика, может быть, или имбирь. Это пирог. Пирог в кастрюльке? Очень умно, Саша. Я делаю лапшу с кимчи. Только пока что-то не очень выходит. То остринки не хватает, то лапша переварится. Ну а тогда зачем вы этим всем занимаетесь? Сейчас, минуточку. Ого, Ань, сколько здесь всяких интересных корейских вкусняшек! Вау, как здорово! Ань, ты пробовала все это? Нет. Тогда предлагаю замутить сегодня классный челлендж с корейской едой. Лапша – самое популярное блюдо в Корее. И все вкусы острые. Корейцы просто обожают острую пищу. Для них слово «остро» равняется «вкусно». Ведь именно с помощью приправ можно добавить ту самую изюминку в блюдо. Мне уже не терпится попробовать все вкусы, которые здесь есть. Я лапшу могу есть бесконечно! Сейчас мы это и проверим. Предлагаю челлендж. Кто сможет съесть больше всего лапши, тот и победил. Офигеть, сколько здесь лапши! Ее огромное количество, и вся она разная! Мне уже не терпится попробовать! И мне! Я, кстати, буду есть вилкой! А я, как настоящая кореянка, палочками! Так, и что, у нас задача, кто больше съест, кто-то победил? Да! Я, наверное, начну пробовать с вот этой яичной! А я возьму вот этот большой тазик! Что, готово? Пахнет очень вкусно! У меня тоже просто волшебно! Смотрите, какая она необычная! У меня здесь длинненькая лапша! А у меня вроде яичная лапшичка! Ну что, пробуем? Да, тут давай. У меня с какой-то капусткой еще. Вкусно. Это да. Обалдеть. Ой, немножко остринка есть, но это очень вкусно, ребята. Офигеть, как мне нравится. Слушай, у меня, кстати, тоже, ты знаешь, я давно не ел острое, и вроде лапша яичная, но остринка все равно чувствуется. А у меня рисовая лапша. Я рисовую лапшу просто обожаю. Вот здесь чуть-чуть есть красненькие вот эти штучки. Они, конечно, пробивают нос, но мне нравится, потому что вкус настолько пряный. Обалдеть. Кстати, моя лапша с капусткой кимчи. Я, кстати, уже доел первую баночку. Она у меня, кстати, была небольшая, но очень мне понравилась. Первая есть. Так, я пробую следующую. А ты что такой шустрый? Подожди, я тут свою только доедаю. Ну, я первую уже съел, поэтому... У меня тоже первая есть. Одна лапшичка уже в моей коллекции. Подожди, я погоди, хотела... Погоди. Этот тазик я тоже хотела попробовать. Да он попробовать. Такой красивый, конечно, я тоже хотел попробовать. Поделитесь поближе ко мне. А как мы его... Как мы его зачитаем? О! Какой вкусный! Он с луком, что ли, не пойму? Я не знаю. Мне тоже подвиньте. Какой интересный вкус, да, необычный? Я первый раз такую лапшу ем. А я возьму вот этот. Ты свою там доедай, потому что он очень большой, этот тазик. А я взяла, конечно же, розовое. Но на ней нарисован, кажется, огонечек. И это будет значить, что мне сейчас будет островато. Но сегодня я подготовилась и буду есть эту шикарную лапшу. Смотрите, кстати, форма у нее очень необычная. Как будто кудрявые волосики. Вкусно? Я не пойму, что это. Мне кажется, в каком-то грибном соусе. А я не пойму, у меня как будто бы с каким-то луком, что ли. Обалдеть, как вкусно, ребята. Да, я посмотрю, где крышечка. Мне интересно, что там внутри. Да, здесь в составе написано лук, морковь и капуста пекинская. Очень вкусная лапша. Мне прям пипец нравится. Я первый раз пробую такую лапшу, чтобы в ней был лук. Это очень вкусно. Он прям такой пикантный вкус делает. И, кстати, я уже почти доел вторую порцию. Эй, ничего ты не доел. Я своими палочками намного быстрее ем. Мне кажется, я столько лапши в жизни не ел. Столько вкусной лапши. Согласен. Я все. Я тоже. Так, следующая лапшичка. У меня уже две.
Опа! Что там? Посмотрите, что я взял. Острая лапша. А у меня, кстати, сырная. Hot Chicken Flavor Ramen. Она просто тут X2 Spicy. А у меня очень-очень сырно. Чувствую, сейчас будет немножечко экстремально. Ладно, пробую этот X2 Spicy. Фух. Ну, а, да, остро. Очень остро. Уу, мамочки, как остро. Но вкусно. Фу, я сейчас вспотею. Капец, она острая. Любителям острого это очень зайдет. Мамочки, это прямо нереально остро. Саш, ну ты сам взял себе такую лапшу, а я буду наслаждаться своей сырной. Вкус нереально сливочный. Сырная лапша, это вообще мой фаворит. Обалдеть, как вкусно. Тут еще и с супчиком, просто специи, этот набор. Так вкусно получилось. Оторваться невозможно, ребят. Саш, не знаю, как ты, я уже заканчиваю со своей третьей баночкой. Фух, я думаю, у меня с этой баночкой будут проблемы, потому что она нереально острая. Я все, третья есть. Так, какая будет следующая? Давайте возьмем вот эту. У меня остро, вкусно, но остро, но очень остро. Ну, что поделаешь, такая кухня. Аня, это нечестно. Я теперь сильно от тебя отстаю. Следующая моя лапша со вкусом морепродуктов. Посмотрите, какой милый осьминожек там нарисован. Очень красивая упаковка. И сейчас я 100% уверена, здесь будет очень вкусная лапша. Давай поменяемся, ты поешь эту, а я с морепродуктами. Не-не-не, ну я с морепродуктами. Ну это экстремальная лапша какая-то мне досталась. Мне тоже чуть-чуть остренько. Мамочки, даже не чуть-чуть. Но настолько вкусно, что я не могу остановиться. Поэтому я буду заесть бесконечно. Да, она, кстати, интересно, вот она настолько острая. Капец, жжет все внутри. Но очень вкусная, да? Да, потому что подбор специй просто феноменальный. Такую вкусную заварную лапшу я еще ни разу не ела. Зря я попил бульон. Он вообще капец острый. Ну, Саша. Я уже весь потом покрылся от этой лапши. Все, у меня чуть-чуть на дне осталось. И у меня почти тоже. Только я тебя опережаю на одну лапшу. Тут какие-то семечки. Они очень острые. Мамочки. Овощи. Так, надо выбрать следующую какую-нибудь не такую острую. Вот это будет не такая острая. Кстати, прямо сейчас в комментах напишите, любите вы острое или нет. А я погнал пробовать вот эту вкусняшку. Тут, кстати, какие-то кусочки мяса. Прикольно. И лапша такого, конечно, красноватого цвета. Меня это немного пугает. Она острая, но не такая острая, как предыдущая. Для меня вот это идеально. Она умеренно острая, очень насыщенный вкус. И то, что остроты не так много, помогает прям насладиться. Но она все равно есть. Мне кажется, вся лапша здесь со стринкой. Ой, я уже не могу, я просто объелся. Я в жизни столько лапши не ел. А я возьму вот эту лапшу. Похоже, что она с овощами. Это у тебя вот такая пачка. Ага, что там в составе, расскажи. Корейская рисовая лапша быстрого приготовления со вкусом супа юкидян. Кстати, этот суп один из самых известных традиционных корейских супов из говядины с зеленым луком и специями. Понравится любителям острых блюд. Остро? Нормально. Ты уже привыкла просто. Ё-моё, я с этим составом, я от тебя отстаю. Ха-ха. У меня, кстати, очень вкусная вот эта лапша, мне очень понравилась. У меня тоже очень вкусно, и я уже почти съела. Да ты просто какой-то уничтожитель корейской лапши. Она такая офигительная. Как тут можно ее всю не съесть? У меня тут столько всяких добавочек. Как в тебя столько помещается? Я всегда знала, что я фанат корейской еды. Я впервые слышу. Ты как там, справился? Потому что у меня уже последний кусочек. Я тоже доедаю. Ну что? Я тоже. В этом челлендже я победила. Заслуженно. Можете теперь называть меня Аня Лапшичка. Ага. Молодцы, с этим заданием вы справились на отлично. Переходим к следующему традиционному корейскому блюду. Это тапоки. Рисовые клетки, приготовленные в нежном или пикантном соусе. Смотрите, как легко их готовить. Открываем крышку. Достаем отсюда сами рисовые клетки. Теперь засыпаем специи. И добавляем немного воды. Осталось все это поставить в микроволновку и греть 3 минуты.
В этом раунде вам необходимо будет угадать вкус тапоки с закрытыми глазами. Угадать вкусы корейских блюд? Что-то мне немножко уже страшненько. Еще и с закрытыми глазами. Да. Согласен. Я вообще, в принципе, корейскую еду люблю, но не так часто ем, чтобы прям знаю, что это за вкус. Ладно, несите, я готов. Я тоже. Так, какая-то вот баночка, где моя вилочка? Да, баночка такая тепленькая, что-то там внутри. Пахнет, ты понюхала? Да, пахнет очень вкусно. Пахнет очень необычно, я бы сказал. А мне прям вкусно, сразу слюнки потекли. Да-да-да, у меня, кстати, тоже прям, у меня тоже слюни потекли. Хочется скорее пробовать. Так, я это все теперь трясу вилкой, и у меня какая-то... Там надо помешать, да? Ну, я не знаю, надо там мешать или не надо, но я мешаю. Я что-то наколол? О, да. У меня какая-то склизкая штука. А у тебя, ты уже ешь, что ли? Мама. Так, я просто только успела соус съесть, подождите. Ну-ка, я наколола или нет? Ну, я в рот не могу попасть с закрытыми глазами. Не упала. А что это я за батончики ем? Очень необычная консистенция. Слушай, это так вкусно. Удивительно. Я прям кайфую, это нереально. Только я такое ем. Ты знаешь, что такое, сэр? Какая-то резиненькая штучка такая, я не пойму даже. Да, но она... Похоже на клетки, может, какие-то. Я не знаю. Ну да, что-то такое прям мягкое-мягкое, как будто бы даже желейное. Слушай, мне кажется, этот вкус напоминает больше всего барбекю. Такой пикантный и немножечко островатый. Такое ощущение, что ты кушаешь какой-то английский завтрак или что-то такое. Соусом. Мне очень нравится. Я впервые пробую это блюдо. И мне очень нравится. Мне напоминает по вкусу такие рисовые клёцки с соевым соусом. Во. Соевый соус? Точно. То есть чем-то есть. Только, по-моему, здесь очень много перца или что-то такое. Ну да, они острые конкретно. Но вкус обалденный. Я прям хочу побольше съесть. Мне прям нравится. Я тащусь от этого соуса. Прям макаю вилку. Объедение. Я думаю, что это соус барбекю. А я думаю, что соевый соус. Давай смотреть. Давай. Ух ты! Ну все, по цвету точно барбекю. Ты посмотри. Ага, тапоки с соусом из черной фасоли. Что? Соус с черной фасолью? Он такой пикантный. Обалдеть. Ребята, если когда-нибудь увидите такую баночку, это очень вкусно. Очень. Я прям супер рекомендую. Аня, тебе понравилось? Да, ой, классно было. Давайте пробовать следующий вкус. Новая баночка, отлично. Ух ты, пахнет остренько. Остро разве? Мне кажется, какими-то овощами пахнет вообще. Ну, кислинкой какой-то. Я готов попробовать. Мне кажется, здесь есть красный перчик или что-то такое. Правда? Ну, типа болгарский. Понятно. Я надеюсь, что я что-то наколол. С закрытыми глазами очень сложно наколоть. Да, так. Главное не промахнуться. О! Опять я не взяла. О, эти острее! Как вкусно! Слушай, что-то такое кисленькое и сладкое одновременно. Да. Но эти острее, чем те, да? Очень вкусно. Чем из фасоли. Остро. Мимо. Слушай, у меня такое ощущение, что я ем картошечку фри с кисло-сладким соусом. Вот прям, но немножко островато, у меня даже губы немного щипят. У тебя нет такого? Да не, щипит конкретно, потому что вот эти прям сильнее, острее, чем вот предыдущие. Да. Но вкус прям обалденный. Я на самом деле догадываюсь, что это за соус. Какой? Я думаю, это кисло-сладкий. Эй, ты это у меня взял, что ли? В смысле, я первый сказал, что они немножечко кисленькие, немного сладенькие. Нет, я сказала первое, что это кисло-сладкий. Голосуй за кисло-сладкий. Кисло-сладкий. Снимаем маски. Так, рисовые палочки. И со сладким соусом. Сладко-острым вкусом. Ха-ха. Ну да, кисло-сладкий с острым. Я первый сказал. Это почти то же самое. Нет, нет. Давай напополам. Ладно. Так, новая порция. Ты понюхал? Какой-то сливочный, правда, вкус? Ага, уже точно не кисло-сладкий. Да, что-то другое. И не барбекюшный. Вообще что-то другое. Так, я уже хочу пробовать. У меня опять склизкие колбаски. Вау! Это очень вкусно! Обалдеть! Вот за что-то...
Я не знаю, что за вкус, но это точно топ-1. Я поняла, что это такое. Ты знаешь, mac and cheese блюдо? Угу. Вот когда вот этот сыр тает, он так же пахнет и на вкус такой же. Точно, это сырный соус, я был первый. Да. Я же сказала mac and cheese. Снимай маски. Даже сверху видно, что они сырные. Так. Вкус сыра, сырный соус. Очень вкусно. Слушай, вот это вообще тело, да? Если ты вдруг не будешь, ты мне... Не-не-не, это мое. Я тебе с фасолью отдам. Нет, я буду эти. Вроде что-то уже поставили. Ты чувствуешь этот аромат? Я уже чувствую, мамочки, у меня уже ноздрики начинают щипать. Я знаю, что это. Я даже не пробую, знаю, что тут что-то острое, потому что пахнет так остро. Я боюсь. Я уже все. Я боюсь. Это так поки-убийцы. Я правильно сказал? Так поки? Да, давай. Так, давай. Надеюсь, вилка не расплавится. Так, я наколол вроде так попу. Я что-то вроде тоже. Ой, мама, я боюсь. Я боюсь, пахнет очень остро. Это когда пахнет остро, значит все. Так. Готово? Да. Давай. Раз, два, три. Оу! О, блин! Ох, ё! Мамочки! Неплохо! Нет, это очень остро, мамочки! Это острый соус! Это самый острый соус в мире! Я такой никогда не ел! Мы уже посидели и подумать немножко! Ну как, пикантно? Не очень пикантно! Это слишком пикантно! Это для ценителей! Тот, кто любит острое, ему точно зайдет, но тут даже дышать невозможно, извините. Мама, мне нужны салфетки, мне глаза слезятся! Хорошо, что есть эти рисовые штуки, они хотя бы растворяют этот соус. Я просто голосую за то, что это там должно быть написано что-то на упаковке, типа «Самый острый такпоки». Very острый. Да, готов смотреть? Да. Давай. Тут даже пачка черная, конечно, а внутри там просто красное месиво. Да, потому что когда черная пачка, это все. Так, тут написано hot chicken flavor. Это острая курица. Курица там где-то была. Я не раз пробовал, если честно, курицу. Это очень остро. Тут просто посмотрите, внутри адский красный цвет. Тут даже, смотри, на картинке курочка как бы вспотела. Что же о нас говорить? Она в шоке. Она в шоке. Ну что, следующий вкус? Да, вот уже стоит. Ну-ка. Да, я тоже понюхаю. Пахнет. Ну, неплохо. Супчиком какой-то пахнет. Специи вкусный. Мне нравится. Я что-то уже наколола и хочу это попробовать. Я тоже готова. Надеюсь, не так остро. Это вкусно. Знаешь, на что похоже? На супчик бабушкин. Нет. Мне кажется, это вкус как у чипсов, сметана, лук. Может такой быть? Мне прям вообще напоминает. Очень вкусно. Тоже прикольно. Может быть, это и есть он, потому что какой-то вот такой, чуть-чуть есть лучка здесь, что-то такое вот. Сливочная, как будто сметанка. Я вот за этот вкус голосую, и я вот буду первая. На всякий случай. Сметана, мне лук точно нравится. Они вообще не острые. Вообще не острые. Вкус очень насыщенный. Прям вообще класс. Сливочный, насыщенный, как будто чипсиков поел, но вот эти вот колбаски рисовые. Ты сказал сметана, лук, да? Да-да-да. А я скажу лук и зелень. А лук и сметана. Нет, лук и зелень. Готов смотреть? Да, давай. Давай. О, так. Уж очень на сыр похоже внешне. Короче, тут написано масло с луком. Луковое масло? Да, мы оба не угадали. Но мы угадали лук оба. Да, да, лук там точно прослеживает. Так, ну я вообще угадал зелень, потому что тут даже видно зелень. Это просто написано неправильно. Тут и видно сливочный соус. Да, ну вот эти очень вкусные, мне прям по кайфу. Мне вот сырные понравились пока больше всего. И луковые. Да, луковые классные, потому что они вообще не острые. Да. И после тех острых они прям... Вообще прям смазывает все внутри. Ну, короче, их нужно смешать с теми острыми, и будет прям классно. Я считаю, что в этом челлендже у нас ничья. Я считаю, что я теперь фанат этих тапоки, потому что они мне очень понравились. Интересно, а как самим такое приготовить? Ань, а это что такое? Это очень прикольная штука. Это бобовая паста, а это перечная. Паста? В смысле, какая паста? Паста. Ее можно есть. Прям так? Ну да. Перцовую пасту в Корее добавляют в различные блюда, чтобы добавить им остроты и пикантности. Ну а ваша задача в этом челлендже – съесть как можно больше из своей коробочки. Аня, у тебя
с перчиком, поэтому я точно выиграю. С чего это ты решил? Посмотри, какая красивая у меня паста. Да, выглядит вообще классно. О, и консистенция у нее еще такая прикольная, тянущаяся. Ну что, готова попробовать? Да, готова. Я никогда такого не пробовал. Я тоже нет. Выглядит очень странно. Вкусно. Остро? Да. Это очень остро. Может быть, это паста не для того, чтобы ее вот так вот вилкой есть? Да, как мне кажется, думаешь? Это нужно с чем-то мешать. Короче, Саш, я придумала одну хитрость. Сейчас я нарежу каких-нибудь овощей и хлебушка. Возможно, вместе с ними мне удастся съесть намного больше пасты. Ну, она просто очень соленая, да. Ее надо с чем-то точно помешать. А вот и я. Ого, овощички, хлебушек. А, это нечестно. Что это нечестно? Все честно, зато мне будет очень-очень вкусно. Не знаю, я тоже буду пробовать с овощами. Морковочку. Раз. Это совсем другое дело. Блин, слушай, это офигенно. Эту пасту точно нужно куда-то добавлять. С чем-то она намного вкуснее. Но остро, да. Ничего не скажешь. Перец все-таки. А у меня вообще, кстати, не острое. Но прям прикольно. Прикольно остро. Она такая солененькая. Смаковочка особенно. Ты с хлебушком уже попробовал? Да, попробуй мою. Нет, подожди. Я вообще-то больше тебя съем. А, ну ты можешь, да, мою кушать. Как ты... А вот потому, что я аккуратна. А, сельдерейчик. Очень остро. Ты что? Ну, а мне нравится, не знаю как. Да нет, ты в этом челлендже не победишь, потому что это остро, а это не остро. Я точно больше съем. Я прям могу вилкой намазывать твоим мощнейшим бутерброд. Не, у меня вообще классно. Не-не, вот это классно. Так, у тебя еще раз, это бобы плюс перчик, да? Да, у тебя. У меня просто перец, Сегодня я, конечно, по-остренькому. Сегодня у меня такое настроение, корейское. Ань, определенно, я съел больше. Ну что значит больше? Я вообще-то старалась. Смотри, ну мы почти наравне. Ань, даже не почти. У тебя реально острое, оно очень острое. Я все овощи почти съела. Ну это классная тема. Вообще классно. Тяжеловато. Надо узнать, что с ней можно готовить, чем мешать. Да, это вообще будет прикольно добавлять в какое-нибудь такое блюдо, типа суп. Потому что для меня... Или в пасту. Это открытие. Я такого никогда не пробовал. Я тоже ни разу. Я вообще первый раз вижу такую баночку. Очень необычная и очень вкусная. Вот это прям, за счет того, что не острое, прям вообще кайф. Я прям супер. Я буду готовить с этим, мне кажется. Это офигенно. Я не думала, что у вас так хорошо получится справиться с этим заданием. Но в следующем вам придется посложнее. Мы переходим к самому популярному корейскому продукту. Капусте кимчи. И вам ее нужно будет съесть без рук. Нам что, надо съесть это все без рук? Я просто вижу, что тут много красненького, значит, это очень остро. Очень весело, да. Еще без рук. Хорошо, а с конкурсы? Так, ну что? Без рук. Я поняла, да, я уже начала хвататься за тарелку. Так, я убираю волосы, первое, что я делаю. Я немножечко переживаю. Ладно, сначала лизнем, попробуем, насколько это вообще остро. Да не, нормально, по-моему. Да вообще нормально. Да это вообще-то вкусно. Вообще не остро. Вообще не остро. А почему красненько и не остро? У меня все так бывает. Очень хорошо. Так, я как предполагаю, это три разных вида этой капусты. Поэтому я пробую следующий. Вкусно. Очень вкусно. Какие-то особенные... Так. Остренько чуть-чуть. Да ну нафиг. Ладно, все нормально. Живем. На самом деле острота приятная, но немножечко схватила. Так, следующую капустку давайте ей заедим. Надеюсь, она будет не острее, чем предыдущая. Сама по себе капуста очень вкусная. Вот этот ферментированный продукт, он прям офигенный. Я смотрю, тебе нравится? Ладно, ты меня заинтриговала. Мне тоже досталось не острое. Слушай, а необычно? Вкусно! Прямо вкусно! Очень необычный вкус. Давай попробуем вот это. А, понял. Да, это она. Вау! Ух! Это остренькое. Да, остренькое. Давай теперь вот это. О, я думал, это острое. А острое вот это. Ох, да. Это прям сильно острое. Я первый. Нет, я первый. Неуловимая капуста.
капуста! Я первый, я победил. Я тоже. Нет, у тебя еще две капустки осталось. Победитель я. Ну что же, у нас счет 3-2 в пользу Саши. И последний, решающий раунд вы проведете вместе с вот этими концентратами для напитков. Я не понял, что это такое, компот? Нет, Саш, это концентрат. Его нужно обязательно разбавлять с водой. Слушай, я впервые в жизни такое вижу. Бутылочка, смотри, тут малинка, ежевичка нарисована. Прям вот так хочется выпить, если честно. Но, как я понял, там уксус есть. Да, в составе есть уксус, поэтому обязательно нужно разбавлять водой. Капец. Давай, наливай сюда целую бутылку. Прям уксусом пахнет, Саш, ты уверен, что это можно пить? Слушай, ну, кстати, пахнет вкусно, прям ежевичкой. Так, теперь мы это все размешаем водичкой. Я же говорю, получится сейчас какой-то компот. Вау, еще такой красивый цвет. Цвет офигенный. О, а теперь как раз ежевикой пахнет. Ну-ка. И малиной. Вот, разбавилась. Слушай, о, пахнет офигенно. Стало. Да. Смотри, какой цвет. Вообще красота. Классно, мне нравится. Так, задание состоит не в том, чтобы просто попить вкусного напитка, а в том, чтобы сделать это, используя самую длинную трубочку. Ну что, готова? Да. Сейчас мою трубочку я сделаю, конечно, намного длиннее, чем твою. Нет, подожди-ка, я еще и быстрее тебя ее сделаю. Нифига. Так, что-то на самом деле это не так легко. Ну да. Так, трубочка раз. У меня уже две. У меня тоже. Сейчас. Нечестно, у тебя ногти. О! А! Сорвалась! У меня уже три. Ха-ха. Как три-то? Быть не может, что три. Эй, подожди меня! У меня трубочка тут задела! Четыре. Давай. Сжимайся! Так, отлично. У меня четыре. Дальше. И давай еще! У меня пять. А, подожди, у меня тоже пять. Все. Да у меня уже трубочка гигантская. У тебя тоже пять? Ну ладно, я думаю, хватит. Готово? Да, готово. Раз, два, три. А это сложно. У меня идет. У меня тоже идет. Ай, мне еще и брызжет. Слушай, капец как вкусно. Мне тоже дошло. У тебя где-то прорыв трубы. Да, я знаю, оно и брызгает оттуда прям. Мне тоже очень вкусно. Слушай, я даже не понимаю, что это такое. С кислинкой. Да, конечно, с кислинкой, там уксус. Очень прикольно. Большая трубочка, она мешает. Как ты это делаешь? Саш, перестань. Сломаю тебе сейчас твою трубочку. У меня рассоединилось. Карма существует. Просто корейский этот компотик, он ждет именно меня. Эй, у меня все отсоединяется. Нет! Так, я, кстати, отсоединил все свои трубочки. Я хочу просто насладиться, попробовать вкусом. Очень вкусно. Очень вкусный вкус. Слушай, ну это очень необычный вкус. Но здесь все необычно. И кисленький. Он прям сильно кислый. Да, сильно кислый. Он концентрированный. Мне кажется, что сюда еще нужно воды добавить, если честно. Вот еще один такой же таз нужно разбавить. Да не, мне кажется, самое то. Думаешь, хватит? Да, мне кажется, очень классно. А мне просто очень кисло. Как-то с острым мне легче шло. Ну, необычная вещь. Я такое никогда не пробовал. Я тоже первый раз. Именно вот такого вкуса, чтобы смесь именно этих ягод, я первый раз. Это мы малина и ежевика, да, пробовали? Малина и ежевика, но обычно она такая приторная, а вот здесь прям вкусная. Давай замешаем второй. Давай. О, гранатик. Давай скорее его пробовать, мне очень интересно. А вкус прикольный. По-моему, этот вкус намного слаще. Да, есть такое. Ну, не намного, но слаще, чем вот эти ягодки. Я такое попила вообще. Да, вообще прикольный. Тебе какой больше понравился? Мне гранатовый, потому что, ну, он слаще. Определенно слаще. Если хочется прям кисленький такой, чтобы аж прям сводило, то тогда это ягоды. А если послаще, это гранат. Не знаю, мне вот ежевика и малина вообще зашло. А мне гранат. В этом раунде сложно определить, кто победитель. Потому что количество трубочек у вас было одинаковое. И вы смогли с помощью них попробовать напиток. Ну ладно, пусть будет ничья в этом раунде. Но по итогу игры побеждает Саша. Ань, видишь, я просто был рожден, чтобы есть эту вкуснейшую корейскую еду. Так, Саш, сегодня я для себя открыла очень много острых вкусов. Но на самом деле каждый из этих вкусов был очень вкусный. Предлагаю выбрать вашего фаворита за сегодняшний день. Мне больше всего понравилась вот такая лапша. Смотрите, она была в меру острая и со сливочным соусом. Наверное, из-за этого больше всего. А я не могу выбрать между тапоки
с сырным соусом и вот этой пастой. Ну, наверное, тапохи сырные, они были просто офигенскими. Ну, а вам, ребята, как это видео? Понравилось или нет? Скорее пишите в комментариях. А еще не забывайте подписываться на мой канал и на все мои соцсети. Всех обнимаю и люблю. Ставь лайк и подпишись на наш канал.